Самые почетные люди здесь – ветераны Великой Отечественной войны. Одни живут в Севастополе, другие приезжают. Верны неувидаемой фронтовой дружбе Константин Иванович Воронин, Леонид Павлович Головин, Евгений Андреевич Игнатович, Алексей Иванович Куделин. Старейший севастопольский фоторепортер Борис Шейнин снимал своих товарищей и во время войны. Всегда горячо встречают здесь Бориса Алексеевича Борисова. В самые трудные для осажденного Севастополя дни он возглавлял горком партии и городской комитет обороны. Сейчас Борис Алексеевич живет в Москве, но он часто посещает любимый город. И каждый раз память воскрешает прошлое. В те далекие дни основной задачей горкома партии была мобилизация всех сил, всех резервов города фронта. Борис Алексеевич часто выступал на предприятиях. Надо было помочь людям бороться и жить в суровых условиях осажденного Севастополя. И город в огненном кольце, в дыму пожаров, продолжал сражаться, ковал оружие, помогал, чем мог, бойцам. Женщины чинили, шили обмундирование, стирали солдатское белье. Рядом с траншеями распахали огороды и посылали на передовую огурцы, редиску, зеленый лук. Все, что связано с Севастополем, по-прежнему дорого Борису Алексеевичу. И то, что уже создано, и будущее города. Перспективы его развития – основная забота градостроителей. Новые кварталы уходят все дальше, в те места, где в годы войны горела земля и стояли насмерть защитники города. Вице-адмирал Азаров и генерал-лейтенант Моргунов посетили мемориал, построенный на месте героической 30-й батареи. В дни войны Илья Ильич был членом военного совета Черноморского флота, а Петр Алексеевич – комендантом береговой обороны, а затем заместителем командующего Севастопольским оборонительным районом. Они хорошо помнят командира 30-й батареи капитана Александера. Со своими бесстрашными бойцами он сражался до последнего снаряда, а когда был окружен, взорвал батарею. Дерзкие рейды совершал по тылам врага отважный разведчик Федор Федорович Волончук. В осажденном Севастополе он готовился к новой операции и снова уходил в опасный рейд. Темной ночью 41-го года мичман Волончук высадился здесь со своей диверсионной группой. На 50-м километре Ялтинского шоссе они взрывали машины с оружием, боеприпасами, живой силой, наводили на врага панику и страх, не давая пройти к Севастополю. Никогда не забудутся героическая оборона города, доблестные бойцы, штурмом овладевшие, казалось бы, неприступной Сапун-горой.
пролетели года, отгремели бои, отболели, отмаялись раны твои. Но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Выжил солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты занят от сердца ладонь, и в глазах, как ручья, отразился огонь? Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце горит, или раны болят? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь, и в глазах, как в ручья, разился огонь? Юное поколение севастопольцев свято чтит подвиг отцов, разгромивших фашистские орды. 40 тысяч школьников живут и учатся под мирным небом своего возрожденного города. Пионерские лагеря, расположенные в горах и у моря, дворец пионеров, стадион, бассейны, туристские маршруты – все для них, чтобы росли они закаленными, крепкими. Все здесь привычны. Город морской и особенно популярны все виды водного спорта. Наша первая олимпийская чемпионка по плаванию Галина Прозуменщикова из Севастополя. За ней, несомненно, последуют другие.